Когда приходится учиться в музыкальную школу, первым делом нужно познакомиться. И не только с ребятами, но и с инструментами. Возможно, встретить уникальный экземпляр, с которым свяжете свою жизнь. В детской музыкальной школе номер 4 проходит лекция-концерт «Ее личность бок флейта». Ребята, активные пользователи пушкинской карты, пришли, чтобы познакомиться с таким не очень известным музыкальным инструментом. Но, как выяснилось, бок флейта является отправной точкой в мир многих духовых. Родион, расскажи про этот урок. Этот урок был очень интересен тем, что мы узнали много нового о инструменте, на котором очень долго играем. Как тебе такой инструмент, как бок флейта? Это очень интересный древний инструмент, на котором я раньше играл, когда только начинал учиться. Сейчас я играю на большой флейте, она звучит более звонко и немножко дороже, да. Лекцию ведет заслуженный артист Республики Башкортостан Анатолий Викторович Таров, а помогают ему воспитанники музыкальной школы. Бок-флейт – это яркий инструмент, который долгое время был в тени других, более популярных музыкальных инструментов. Но сочетание его простоты и красивого звучания делает бок-флейту несменимым в мире классической музыки. Даже ребята с легкостью это подтверждают. Яна, расскажи, какое отношение ты имеешь к бок-флейте? Вообще все духовики Когда приходят в музыкальную школу, первым делом играют на блокфлейте. Я, как и все в 3 класса, играла на блокфлейте. Сейчас я играю на гобое, но иногда я принимаю участие в разных концертах и тоже играю на блокфлейте. Зрители узнали об истории развития инструмента, его роли в классической музыке, о тонкостях исполнительства. В концерте приняли участие учащиеся духового отдела детской музыкальной школы номер 4. Быть может, после такого знакомительного мероприятия кто-то тоже присоединится в эти ряды. Теперь вы знаете о существовании такого музыкального инструмента, как бок-флейт. Играть они не просто заслушали одно удовольствие. В Софии Сомова, Татьяна Никитина, специально для «Горы новостей».